Всем привет, друзья! Значит, что я хотел сказать, друзья, я всегда вот использовал вот этот тестер батареи для того, чтобы замерить там батарею и так далее. Но это неудобно, так как во время движения невозможно узнать, как что и как заряжает, нормально или нет, ну все такое. Вот такой вот маленький тестер купил, это вот подключается к батарее, сейчас покажу. Блок от видеорегистратора вот подключил к маленькой батарее, и я не знаю, там не могу понять, идет заряд, когда идет заряд, либо не идет заряд, потому что когда я завожу двигатель, сначала не идет заряд, а когда я езжу минут 2-3 и проверяю после этого, то идет заряд. Вот подключаем это к батарее и оставляем его там, и можно делать мониторинг все время через Bluetooth. Подключил я его под минусовой клейму и под плюсовой. И все, можно вообще закрыть багажник нам уже. Программа называется BM2 на Fly Market и App Store. Вот уже показывает 12,81 вольт, заряд 100%. Здесь есть разные тест напряжения, тест при зажигании, тест зарядки и во время поездки. И вот сейчас я хочу заводить двигатель и посмотреть, через сколько или через какое время начинается заряжать батарею. Сразу вольтаж начал снижаться, потому что включился видеорегистратор. В этот момент включился на секунду заряд 15 вольт, ну с 14,90 или 80, и выключился заряд. Уже 12,65, так как работает видеорегистратор. Давайте езжаем с гаража. Думаю, надо ездить, чтобы заряд включился. Пока не включился, но видеорегистратор работает. 12,64 вольта. Давайте делаем круг и посмотрим. То есть как только я набрал скорость 30 км/ч, заряд включился. Все, что я хотел узнать про маленькую батарею, когда начинает именно заряд, я узнал и подключил большой батареей, чтобы проверить зажигание и напряжение. Так, вот, показывает 80% заряда перед основная батарея. Тест при зажигании. Давайте делаем тест при зажигании. И заводим двигатель. Посмотрим. Вот. Напряжение при зажигании 10,81. Тест зарядки. Тестировать. Здесь написано, что 14,85 вольт это не в пределах нормы, то есть это высокий заряд, но зимой это нормально. Летом где-то в пределах 14,40-14,20, а в холодное время года 14,80-14,84, это нормально. Ссылку оставлю в описании, друзья. Всем спасибо, всем удачи на дорогах.